Всем добрый день. А какой формат дилинга, да? Сейчас я стою в позиции в лонгах достаточно большим объемом, поэтому достаточно сложно мне говорить, но если вкратце сказать, да, я за смешанный стиль, в том, чтобы необходимые какие-то правила, да. Естественно, не ходить в майке, да, там, в шлепках, там, в шортах, то есть, но должен быть стиль, не ниже casual. Что еще? Ну и, конечно же, в дилинге желательно, чтобы вымещать всю эту агрессию и какие-то нервы, желательно, чтобы в дилинге была какая-то груша, либо психолог, с которым можно было пообщаться. Психолога бить. Да, что бить психолога. Вот. Слушай, ну смешанный стиль — это такой хитрый ответ, да? Но все-таки к чему ты больше склоняешься? Ну, там на 40% того, 60% того, ну, к чему все-таки больше? Я за приличную одежду, да? Белый верх, темный низ, пиджак, может быть, джинсы.